Например, возьмем часы Apple Watch, которые есть на сайте. С них идет хороший процент, и по факту отличную историю можно придумать о том, что тебе они нужны или какая-то проблема с ними случилась. Но до этого примерно за неделю, полторы нужно потихоньку внедрять вот эти слова Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch. Программировать. Свой диалог с ним, да. Самое главное, как не потерять мужчину и действительно вытянуть его этот подарок, не надо на мужчину никогда давить. То есть ему надо закидывать такие мелкие, тоже, как сказать, крючочки, да, там, сегодня, завтра, послезавтра, там, через неделю. То есть подготовить его к тому, что он сделает это сам лично, не вытаскивая с него этот подарок на силу, а чтобы он сделал это по своей воле. Два варианта есть. Либо тебе повезло, и он присылает тебе подарок в первые полчаса чата с ним, потому что ты говоришь: «О, я так устала от того, что все мужчины здесь хотят только чатиться. Я уже хочу наконец-то перейти на общение вне сайта». И опять же рассказываешь схему про то, что это можно сделать только через подарок. Присылают цветы, тебе твои проценты капают, все классно, все замечательно. Но это очень редко срабатывает. Тут нужно именно вот поймать этот момент, и вот нельзя полагаться на это. Или же общение с постоянными мужчинами. Когда ты изначально выбираешь, какой ты хочешь подарок от него получить, что ты хочешь взять. Например, возьмем часы Apple Watch, которые есть на сайте. С них идет хороший процент, и по факту отличную историю можно придумать о том, что тебе они нужны или какая-то проблема с ними случилась. Но до этого примерно за неделю, полторы нужно потихоньку внедрять вот эти слова Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch. Программировать. Свой диалог с ним, да. Он должен это помнить, у него должно это постоянно в уме крутиться, что: «Ой, у меня Apple Watch, они такие классные, они мне помогают в утренних пробежках, я считаю калории, там, у меня вопросы с сердцем, они помогают мне измерять мой сердечный ритм» и так дальше. Вот этих здоровых штучках, ну, например, это я рассказываю свой пример. И вот так вот неделю или полторы говоришь об этом, и потом в один день: «О май гад, что, как,
какой-то кошмар произошел. Я шла домой, несла там пакет с мясом в руках, и на меня напала собака. Она укусила меня за руку, но, к счастью, она прокусила мои часы, а не мою руку. Плюс скидываешь ему фотографию разбитых часов, и он такой: дорогая, я понимаю, это так важно для тебя. Хорошо, я отправлю тебе этот подарок. Это самый быстрый подарок за 10 минут был. То есть мужчина заходит, он говорит: вот я раб, все такое. И говорит: моя обязанность дарить подарки. Я говорю: ну все, дари подарок. И самое интересное, что это была девочка, которая не принимала подарки. То есть я говорю: слушай, братан, тут такое дело, я не могу принять подарок, вот, но моя подруга может. Вот, держи тебе, иди подруге, кидай на нее подарок, я жду. И все, вот так вот. Have you been searching for a beautiful wife? Do you dream of meeting the perfect woman, but haven't found her? Well, imagine if there was a simple way this could all change for you. Imagine if there was a Canadian marriage agency that would introduce you to as many beautiful women as it takes until you find the one. Ukraine. A lost world of beautiful traditional women. At last, a place where you can find the beautiful wife you have always dreamed of. Every Ukrainian woman dreams of having a happy family. Now you can have a traditional beautiful wife from Ukraine, creating happy family memories forever. So what are you waiting for? Register right now and Skype our beautiful ladies completely free. So what makes us different, you might ask? Why not ask Google simply by searching Match Guarantee Reviews?